приветствую вас, дорогие друзья, в обновленном пространстве «Территория женской красоты». Я стилист Литвиненко Юля и моя очаровательная помощница Анастасия. Начинаем вместе с вами утро нового дня. В нашем сегодняшнем выпуске мы с вами поговорим об анималистичном принте. И первый выход Насти сегодня вот такой расслабленный, такой вот уже совсем летний. Здесь практически пижамный костюм, который мы носим сейчас и в пир, и в мир, и в добрые люди, который мы обыграли удобными сандалиями, надели топ и взяли, как всегда, акцентные аксессуары. Друзья, самые внимательные из вас, конечно же, вспомнят о том, как мы разбирали анималистичный принт в зимнее время, в зимнюю пору. Но он остался с нами, это по-прежнему тренд, и сейчас этот тренд перекочевал в летнюю и весеннюю одежду. Дорогие друзья, что ж, готов наш второй выход. В нем предлагаю обратить внимание на вот такое платье в бельевом стиле, на тонких бретельках, длиной макси, тоже в анималистичный принт. Благодаря красивому сочетанию бежевого и черного, это всегда очень выгодная инвестиция, потому как такая вещь будет красиво звучать и с контрастным белым, и с черным, и даже с какими-то цветными элементами в вашем гардеробе. В таком образе можно отправиться и на встречу с друзьями, и на выставку, и даже на переговоры. Дорогие наши, мы подобрались к нашему заключительному выходу. Обратите внимание, какая красивая роковая женщина перед вами. Здесь мы использовали водолазку полупрозрачную в тот самый анималистичный принт. Поддержали этот аутфит красивой юбкой из органзы с красивым таким же загадочным блеском, как и сама наша героиня. Конечно, акцентные аксессуары, элегантная обувь и маленький секрет этого образа в том, что в руках у нас мягкий бархатистый клатч в поддержку фактурной бархатной же обуви. Как вам? Итак, дорогие друзья, подошел к концу наш выпуск о стиле и красоте. Я надеюсь, что он для вас был, как всегда, полезным и информативным.